Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня я хочу показать вам два украшения с кулонами из агатов. Так, вот начну с этого. Такой интересный агат. Немного дикий. Хорошо отполирован, немного дикий. Вот здесь вот он. Так. Видите, неровности такие, но здесь хорошая полировка, ничего не царапает. Вот он двухсторонний. С этой стороны все так же практически. И видите, он аж немного прозрачный. Вот здесь был такой жирный у меня, и он тоже двухсторонний. То есть носить, переворачивать ему можно как угодно. Этот кулон. Так, немножко расскажу. Здесь у меня такие вот, все под серебро. И здесь у меня вот такие вот шапочки, бусинки. Ограненные стеклянные шапочки. Здесь проставочки такие. Вот на этой бусине черные шапочки я поставила, чтобы не слишком серебро бросалось в глаза. Вот. Ну а дальше опять вот так вот. Здесь красивая такая бусина. Это черный металл. Gun Black называется. И с кристаллами. Здесь он смотрится светлее. На самом деле он чуть-чуть темнее. Вот дальше опять такая бусина граненная. В черных шапочках. Серебряная вот такая. Серебристая. Да. Ну и вот так вот дальше. А потом я уже ставила поменьше бусинки в других шапочках. Красивые такие шапочки. Белые бусинки поставила, чтобы как бы поддержать рисунок камня. Поскольку там есть белый красивый рисунок на камне. Вот. Ну и как бы так повоздушнее. Ну и потом вот так вот рапорты делала. Круглая бусинка, цилиндрик. Опять круглая бусинка, цилиндрик. Это агат. И ставила здесь фурнитуру, всю проставочные все бусинки. Это гематит. Дальше опять белая бусинка, опять вот так вот рапорт такой. Ну и, собственно говоря, вот так вот закончила. Здесь вот такой вот радированный замочек, карабинчик. И так, вот так, да? И вся его прелесть еще в том, что его можно повернуть как угодно. Вот этой стороной можно застегивать или вот этой вот так вот. То есть сам кулон можно поворачивать, и можно поворачивать эту застежку. Немножко здесь добавила колечек, чтобы они тоже с хорошим покрытием, чтобы можно было, так, я неправильно повернула, да, вот так, чтобы можно было на любое колечко одеть и чуть-чуть удлинить. Ну, с обратной стороны то же самое все. И вот такое вот нехитрое украшение, так скажем, с кулоном. Такое вот. Так, и следующий у меня вот такой красивый агат. Очень красивый, ну, просто невероятно как-то для меня он прям... Невероятно красивый камень. Сейчас я его чуть-чуть еще. Так. Вот, смотрите, что-то прямо инопланетное. Как будто бы планета выплывает, да? Такая вот сфера прям очень, ну, просто невероятно. Очень люблю этот камушек. Ну, и здесь у меня тоже ажурный бейл. Вот эта вот штука, которая крепится на камень, камень с отверстием. Вот, здесь он плоский. Как видите, рисунок такой обыкновенный. А вот здесь вот, конечно... То есть он односторонний, если с агатом черным. Двухсторонний кулон, любой стороной можно носить, как оденете, так и вам удобнее. Здесь у меня стеклянные бусины и проставочки гематитовые. Здесь я ставила под золото и под серебро. Проставочные бусинки, так вот как-то смотрится интереснее. Вот эта бусинка, вот граненый цитринчик. То есть я собирала все бусинки под вот этот камень, чтобы подчеркнуть его красоту. Вот такие вот красивые бусины, стеклянные, граненные. Вот опять цитрин, вот такая красивая бусина. И опять такой же цитрин, то есть вот как бы рапорт. Опять у меня вот такие бусинки я везде ставила, красивые стеклянные. Вот это у меня, так, не фокусируется. Так, а вот так вот. Вот это у меня, значит, перламутр, такой интересный. Такая бусина интересная. И вокруг тоже гематитовые проставочки. Опять такая стеклянная бусина. Опять цитринчик. Ну и вот это вот агатик такой. Бусинки такие интересные. Крашеная агата. Вот это вот стеклянная длинненькая бусинка. Здесь опять цитринчик вот такой. Вот смотрите, какой красивый. Сейчас покажу вам. Прям на нем сейчас заострю внимание. Смотрите, какой он красивый. Смотрите, внутри какие. Все внимание на цитрин. Ну и вот опять-таки бусины и стеклянные. И да, и здесь уже стеклянные и проставочки опять гематитовые. Все, здесь обычный вот такой вот карабинчик с хорошим покрытием, радированный. И вот такие вот цепочки. Ой, то есть колечки.
ручки, чтобы можно было удобно. Вот такая вот красота. Главное здесь, конечно, это камень. Я считаю, что в кулоне кулон должен быть главным. Бусы это уже. Ну и вот, вот такие вот два кулона. Красивые. Все, как всегда, прошу не уходить от экрана. Дальше будут фотографии, видео, в том числе на манекене. Манекен у меня 42 размера. И на нем еще водолазка. Вот. Естественно, любое украшение можно увеличить или уменьшить, если кого-то заинтересует. Все вопросы в WhatsApp, я оставлю номер. Только сообщение, пожалуйста. Ну, а я, можно сказать, прощаюсь немножко, ненадолго. Всем желаю мира, здоровья и всего хорошего. Все, всем пока-пока. Thank you.